Леонідович до нас приїжджає не перший рік. Ми про нього дуже багато знаємо. І він про нас також. В кінці зустрічі ми пройдемо з вами в музей. Фотографія Івана Микитовича, інформація про нього. У нас розміщена на стенді наші відомі відпочиваючі. Ну, щоб багато не говорити, я вас прошу до слова. Я буду там тільки трошки про мене, а я тут наніс такого вже багато всього, що не перечитають. Ну, хоч подивіться картинки або заголовки, хай двигається це туди все, і тоді назад. Ну, побачили це все і таким чином я народився на Київщині. На Київщині в селі, забитому такому, хоч і недалеко від Києва, але газ появився у 2004 году, асфальт у 91-му, і рядом з Києвом. Це, звісно, хотів вчитися, військовим хотів бути, мріяв і за 10 кілометрів у райцентр у школу на велосипеді, пішком, бігом, на лижах. Ну, сідав за парту 3 роки, щоб вчитися. Хотів, і військовим хотів дуже. Ну, і моя, збулась моя мрія. І якщо ще так, з того екскурсу історичного, пастушком я був, то одна гадалка мені нагадала 5 позицій життєвих таких. І 4 вже вгадала, вони виконались вже, а 5 виконується. Я розшифрую, що це таке. Ну, перше вгадала, як звати мене. Тоді, ну, сказала, ви будете воєнним, дослужитись до хорошого чину, 2 дітей буде жінати, будете 2 дітей мати, там з жінкою розвести, розводитись, будете розводитися, і скільки позицій, і довго будете жити. Оці 4 позиції виконались, у мене 2 дітей, інтересно, дочка, син, врачі, вони в Києві. От. Я дослужився до чину полковника, це ж вроді теж непогано. Генералом, як кажуть, селянському сину воно важкувато. У генералів свої ж діти є, так? До генерала не дійшлось. От. Ну і таким чином, з дружиною розводився, а тоді опять зійшлося. Скажуть, що я такий розбойник. Ну, треба було холостяком побути в одній ситуації. Я то за кордоном, то знаєте, все таке. То за кордон то треба, щоб женатим був. А є моменти, які що треба женатим не можна. Ну, таке було. От. Так що, значить, закінчив я військове училище. Ще юридичний факультет закінчив заочно у Києві університет Тараса Шевченка для запасу прочності, щоб був поранений, подорвався в Академію військову. Якось воно не можна було, є ограничення. Де я попросився юристом, хотів стати. Тож якась така мечта була. Думаю, така професія інтересна, грамотна, будеш все знати, що як. Ну, возьму розшифрую це, тепер мені важче, чим моєму батьку. Батько 4 класи мав, у селі жив, і собі жив, думав, що воно і так, як треба, це вокруг нього життя йде. І не тужив, не. А мені важко, чому? Я знаю юридичний факультет, знаю, як должно бути по закону у всіх наших сферах життя. А глядь, а воно ніде не робиться так, як треба по закону. Ну, дещо робиться трошки, але в основному не йде так, як по закону потрібно. Тоді становиться або ж обідно, або сам себе даже не можеш захистити. Було і таке у мене юрист, і сам себе не можу в цій системі було захистити. Ну, не проб'єш цих чиновників, або так я маю до суди, міліція і другі. Обідно, дійсно обідно за других людей, за кого угодно. Де я в такому зв'язку і не даю їм жити. Трошки пишу то різні статті, і чорнобильська тема, і афганська, там, де писав, я воїн-інтернаціоналіст. Я далі розкажу, що я воював в Афганістані, я не воював, а в Алжирі. І, якщо заключить з якою
сфера, где-то я выпустил чего. А дружба... А, запустил. Вот это ж, кажется, постоянно езжу в Абхазию. С времен еще детки маленькие были, дочка и сын. В Сухуми, Абхазия, где жил мой друг Мелитон Варламович Кантарик. Отличник учебы, была встреча с героями Советского Союза в свое время. И мне удалось, как говорится, с ним таким образом познакомиться. Так вот, если, честно говоря, вот эта визитка, в следующий год ей будет всего лишь 60 лет. Выявляете, что это такое? Вот, визитка, да? Оригинал визитки Кантария. То ксерокопию везде распространили, а это оригинал. А, я тебе, вам не показывал, журналистам. Да. Дело в том, что, значит, это оригинал этот в прошлом году хотели забрать директор музея в Сухуми, музей боевой славы, хотела забрать как реликвию. Я ему отвез много чего, но она хотела забрать, я не отдам, это, говорю, ну, реликвия, говорю, я не могу. Они ксерок сделали, ну, цветной там. Поэтому, вот, например, вот это, я уже тут им фотографии Кантарии, кажу, дуба у меня же есть, оригиналы всякие. Да я, конечно, еще поеду, я отвезу им в музей, пусть смотрят и видят. Вот. Скажи дубом, я познакомился, значит, оригинальный случай, скажи дубом, он же сумчанин, а я в Сумах учился. Он, генерал нас запросил, он в гостях у матери дома был в селе на Сумщине, Ахтырский район. И он меня запросил, полковник, трижды герой, скажи дуб был в то время. Он, значит, я Иван Микитович, и он же Иван Микитович. Больше в училище Иванов было много, а Микитовичев нема. Меня выставили его поприветствовать, и я это сделал. Поприветствовал его, ну и он мне пожал руку и, так сказать, пожелал же всего дальше. Так, а мало того, так потом пожелал, то он пожелал. Когда я лейтенантом стал, и меня переодели в военно-воздушную академию на полгода, переодели в летную форму, прыгать с парашютом заставили, как специалиста по этим делам, что я говорю, кто я есть. Так это же при воздушной армии было дела. И на одном из совещаний, скажи, дуб, он генерал уже, генерал-майор, помню, был. А я лейтенант, я к нему подошел, Иван Микитович, здравия желаю, там все. Он это вспомнил, говорит, пацан, говорит, ты за шкерку меня. Он говорит, давай, говорит, у Сумы, поедем, говорит, я еду до матери, там что, хочешь поехать? Я говорю, ну я же вам не подчинен, не в него в службе конкретно, у меня свой генерал есть. Ну он его это раз на три дня забрал меня как сопровождающего. Ну, у него майор сопровождал его, летчик, а я уже был, он шутковал, я говорю, я по безопасности буду, чтобы вас не подорвали нигде, буду следить за этим, шутили так. Поэтому такая, скажи дубом, у меня история в войсково-повітряних силах, як говориться, прийшлось мені. Вот. Ну, цю сторону я описав. Ну, от этих, да, ну, якщо вспомнить Єгорова, я був, з Єгорова я бачив один раз у Кантарії в гостях. В Кантарії багато жив він, а Єгоров, він у Рудня Смоленської області, як-то, ну, не з'їздив туди к нему. Жил в нищете. Вот тут его дочка рассказывает, тут вся история, биография их на обороте. Так он, конечно, ну Егоров погиб, я знаю с информацией, взял Волги 24-ки, тогда вышли, ему подарили Волгу, как герою, знаете, все. Так он разбился за водкой, поехал в соседнее село, в КамАЗ с огурцами в лес и погиб. Вот это такая история. А жил в нищете. Один раз Кантария рассказывает, съездил к нему на Рудню, Смоленщина, как глянул, да испугался там и уехал на второй день. Говорит, как может герой жить вот так, в таком состоянии? Ну, он, правда, ему Егору удавали, дочка рассказывает, что партшколу закончил. Ну, неграмотные оба, 4 класса там, и Кантария, и Егору. Ну, их быстро поднимали в партийную школу там. А про Береста? Про Береста вы не можете рассказать? А про Береста, конечно, я расскажу и про Береста. Что Кантария про него рассказывал? Кантария про него рассказывал классно. Он, допустим, лейтенант Берест,
Он с ними ж третий, ну, втроем были группы, которые скомплектованы на поднятие флага над Ростовом. 9 групп было из 36-го полка, прапор, отделение автоматчиков. И так, там кого расстреляли на площади, они не добежали до Рейхстага, некоторые такие группы. Ну, эти пробрались. Так вот, на плечо Береста становился Егоров и цеплял знамя. У него, в Егорова, руки порезаны, я когда его видел в Кантарии, так они же рассказывали, что он руки, шрамы до сих пор, от стекла, купол там стеклянный, все, оно, значит, и он цеплял, а Кантария стоял рядом с автоматом. Вот это правдивая сцена, которую много ходит разных кривотолков. Так героев происходит, что Береста вообще не пришел? Да, Береста не признали героем тогда. Рассказывает Жуков, его не любил политработников, а Берест, он лейтенант был, там пишут, младший, он лейтенант, в форме натуральной, у меня здесь фотографии, он лейтенант. Правда? Да. Сказал, он лейтенант, хохлом, и он нехер говорит, лейтенант, наш лейтенант. Он политработник был, и его брали, да, значит, Жуков не любил политработников, он взял его в сторонку на героя. Сталину доложил, да, вот потом видно же, украинец он, украинец. Вот это, мабуть, первый Иван Микитович. Да, они с такой стрункой и со мной беседовали, и Кантарий, и Егоров, да, украинцы на меня так тоже вроде машут, сколько я, уже Кантария нет, 22 года. Он умер. Ну, так я, он, а им дали героя в 46-м году, только на День Победы, через год изучали это все, и разведка, еще кто там выше, ниже флаг опустил, поцепил, вернее, потому что там много флагов, полсотни их там навешали, но кто выше, кто первый и кто выше, вот такой принцип был. Ну, а если принцип комплектования, что грузин и русский, да, тут и я просматриваю, хотя я им не говорил это при встречах, что зачем оно мне. Охватом не треба было. А украинца, не видно, сознательно откинули Жуковицы, Сталина, Береста. Ну, Бересту Ющенко, вы знаете, дал героя посмертно, перезахоронили его на родину, сестра еще живая была, сейчас не знаю, сестра его живая, Горстаевка, село, тоже Ахтырский район Сумской области. А погибель выхватывал девочку, она под электричку на путя упала, он ее прыгнул, выкинул, а сам не успел выкинуть, ее раздавила электричка. Вот такая нелепая смерть. Вот. А, конечно, ну, Кантария, он жил вот так, утопал, вообще знаю, всякое богатство, в смысле. А есть один эпизод, расскажу. Хрущев их вызвал обоих, они рассказывали сами. Да, и тут дочка рассказывает. Значит, просите, что хотите. Дам, что хотите, просите. Хрущев был такой дядька, знаете, нараспашку, и добряк. И, ну, таких людей он... Так, дочка, каже, батя выпросил ИЖ, мотоцикл, планета, ИЖ. А что Кантария, Кантария что выпросил, история умалчивает. А Хрущев сказал им, говорит, хоть самолет просите, дам самолет. Так то батько очень скромный был, Егоров, он такой зауфермой робив. Его партийную школу закончил с 4 класами, партийную школу, тоді обласні були партійні школи. Головою колгоспу ставили, він відказався. Ну, а зауфермою, ладно, хай буде. От такі історії. Ну, такую историю я расскажу. Кантария постоянно ко мне ездил, и в село мое на родине ж был, и брат Давид Кантария, у меня есть брат, который, ну, Давид ночевал в селе, а герой, гостиница «Москва» в Киеве, на Крещатике, у него люкс номер, я ему заполнил, люкс, заполнял карточку, прилетает он только в гостинице «Москва». В Москве, в гостинице «Москва», у него номер постоянно никто и не занимает его, для него забитый. Ну, а в Киеве ж «Москва» гостиница, он же опять люкс. Люкс занимаем, нет вопросов. Я заполняю в регистраторе вместо него карточку. Поселяемся и гуляем. Я своему генералу говорю, такие люди приехали, герой такой приехал, просит, чтобы вы к нему в гостиницу в номер пришли. Генерал
Ну, да ты что, надо, он просит, что вы зайдите. А он не пришел, мой начальник. Он тогда дает визитку такую, не эту, которой 60 лет, а на английском языке, на обороте, красивая визитка. Говорит, отнеси своему генералу, начальнику. Говорит, на, и налил под шампанского чачи, такой 90 градусов, налил, они привезли целую канистру, ну, сам гонит героя, и чачу гонят все в Грузии, он, значит, нет вопросов. Я отнес генералу, он это, говорит, ну как, ну просил, вы не заходите. Ну а как налито, что там ты пил? Я пил, живой ветер, пил. Ну он разрешил мне 3 дня в командировку не ехать, с ними ж побыть. Ну, вот. Так это такой эпизод вспомнил. Так эпизод то эпизодом, а он говорит, Вано, говорит, он грузины Вано называет, а абхазцы, я сейчас езжу, они Иван Никитич. Потому что если Вано де назови для абхазцев, они уже так вот трусанет. Ну, они грузинов ненавидят, получается. Они же их изгнали, 300 тысяч грузинов в Грузию удалились, и грузин нету в Абхазии. Так он, Вано, Вано, говорит, пойдем, слушай, пойдем до мэра города Киева, говорит, ну, в гости пойдем. Я подполковник был в военной форме, на службе был. Говорю, пойдем, Мелитон Варламович. А ему что надо? Говорит, а ты знаешь, попрошу, у него мебел. Мебел, югославская мебел была тогда в те времена такая модная, то дадут комплекты на Киеве, 10 комплектов, разберут их, кто свой, да? А такую мебель хорошую мэр даст, говорит, меня спрашивает. Я говорю, конечно, мэр Киева что хочет даст, как хрущевый самолет отдаст. Так вот, пошли, мы, майор дежурит там в приемной, я майор говорю, доложи в приемный герой Советского Союза Кантария. Вот, ну, стоит рядом. Тот побежал, доложил Гусев, тогда был мэр города Киева Гусев, он ему докладывает. Сказал, заходите. Мы когда 2 дубовые двери открываем, мощные, одна дверь, вторая, он уже нам навстречу идет. Навстречу он шел нам, уже все, прием, закрыть там, все, мы хозяинчим, там кофеек, коньячок, там накрыть стол, бегут, там специальная комната у него. Ну, сидим, и он про Киев рассказывает, а Кантарию про свое. Я потом Кантарию толкаю, говорю, ну, это уже... Пора про мебель мне говорить. Уже говорим, пьем, уже пора и про мебель уже. Доделался мебель, и тут нет вопросов. Сделал ему все. В Москву улетел герой, а брат Давид остался регулировать цей мебель. Свалили на балоне моей дочки эти упаковки, ящики в тупик между квартирами есть. Такие тупики, это люди кладовки строят себе, знаете, тупик метра 3-4. Станули эту мебель и потом, відповідно, ее отправили контейнерами. Приезжаю один раз в Абхазию, я каждый год ездил по 2 раза, даже один год 3 раза умудрился. Так, уже жил, эта мебель расставлена в его маєтки. Ну а сейчас, когда война, это грузинская 1-2, эта мебель превращена в дрова вместе с его маятком двухэтажным. Это ужасно, конечно. Да. И мебель, дрова уже с мебели, и его изгорела форма разведчика, и награды разграбили. Ну, короче, вот такая трагедия для Кантарии была, который тогда, как беженец, в 93-м году, в декабре, ехал в Москву получать документы беженца с семьей, с внуком, сыном Шато и Мераб-внук. Вот они, ехал в поезде и умер 27 декабря 93. Умер в поезде. И не выдержал, сын говорит, он, отец не выдержал, пережил такую войну с первого дня до последнего. И пережил такую войну. Но он не пережил вот этой войны в Абхазии между грузинами и абхазцами. Это все, ну, он не понимал такой войны, и сын не понимал, никто не поймет. Может, так он не пережил ее, так не выдержал. Ну а полежал он в актовом зале больницы, рассказывает, и ни один с Кремля, ни из московской мэрии никто не пришел, даже к нему никому он не нужен, получается. Он так обидно говорит.
вернули его, его Чамчирию на территорию школы, где он учился, Западная Грузия. Ну, это сейчас территория на Абхазии, но считается Западная Грузия. А там он похоронен. Вот, вот таким образом. Вот. Ну, я как-то в 2003-м поехал вслепую, в 91-м году на День Советской Армии был в гостях у них, у Сочи отдыхал в санатории военном и съездил на выходные к ним. Вина попил, мандарин нарвал, еще торбу большую, они на деревьях еще в феврале полно их. Говорит, лезь воно, рви их сколько хочешь. Так я ее привез в санаторий, раздался медицине, все вино попили, канистру до сих пор не отвез, бо их уже нема, нема кому канистру отвозить вина. Далее. Вот. Так, я о чем говорю? Что, конечно, вот такой момент. А в 2003-м возобновил поездки в Абхазию. Электричкой еду с одним армянином, вынул самогон, сало у меня, частую его. И он давай мне рассказывать, а я слепую еду, не знаю, что творится в Абхазии. Это же 91-й, 2003-й, выявляете? Значит, он рассказал мне, каже, я главный агроном цитрусоводства Абхазии, это армянин оказался, и сосед Кантарии Давида, брата соседа. Ну и знает же их всех, всех знает. И он мне предупредил, а так все проинструктировал, как себя вести. Говорит, нигде, говорит, про него, про Кантарию, уже в Абхазии, получается, поменьше говори, Никитич. Поменьше говори, он грузин, а абхазцы как бы недовольны против этого всего. И поменьше в Кантарии. Я утешу, ты же герой такой известный. Ну, так, такая жизнь повернулась там. Я говорю, хорошо, на второй день я ему выдаю. Не забыто братство боевое, не ушли из памяти жен, детей и матерей множество ранений и смертей наших побратимов и друзей. Да, та война была чужая, но не наша ж, братцы, в том вина, что натворила та жестокая война. Но не в Афгане был растоптан мир. До этого ведь были Куба и Египет и Алжир. Много на планете было войн, все об этом знают. Но почему же наши руководители, там я называю президенты, назывался, один раз в году об этом вспоминают? 15 февраля, день такой, праздник воинов, не знаю. Есть. Кинули они нас на произвол судьбы в такое время, а мы не можем раны залечить и тянуть на плечах такое бремя. И уходят с жизни, ведь совсем еще не старые друзья. Но разве можно дальше жить так? Нельзя? Нельзя. И никакой Христос нам не поможет. К Нему мы часто все зовемся. Давайте пробуждать в душе сознание и не допустим мы себя до полного изгнания. Ну, не взяли газеты, ніякі не взяли. Даже ведомство газета «Третій Тост», есть афганско-украинская газета, они тоже не взяли, плечами пожали, ну, что-то боятся, что я так написал. Ну что я написал? Я написал, он примеров десятки, как эти афганцы мытарствуют сейчас и им обижают их. Ну, и то лекарство, то квартиры, им же все обещано. А мы вас не посылали туда, чиновники, знаешь, отвечают на местах. Он просто передают постоянно эти эпизоды отдельные. А за Чернобыль я написал еще в 86-м году, когда там был. Ну, Советский Союз, да тогда не берут в печать. Тоже там как-то я написал, что виноваты кто-то, какие-то умы. Взяли Чернобыль над Киевом, таким городом, да? Выше по течению. Не ниже, а выше. Это ж через Киев все пройде, и как бы бухнет. Ну, оно и, бачите, и случилось. Вот. Так. Если вы слышали сказки о змее Горыныче, слышали, да? Теперь это не сказка, а быль, вернее Чернобыль. Там по воле беспечных и сказку забывших людей родился реальный, не сказочный, а четырехглавый пламенем дышащий змей. Люди, зачем же печальные сказки вы превращаете в быль? Змея придумали и сотворили, а где же Иван Богатырь? Иван не родился. И меч не придуман, а змей пожирает людей. Особенно склонен дракон распроклятый губить малолетних детей. Он царство цветущее, край благодатный, в пустыню уже превратил.
Чудовище дышит невидимым ядом, а заткнуть ему глотку нет сил. Там люди простые, мечи не волшебные, голову змею секут. На смену погибшим, на смену уставшим новые силы идут. То бой и расплата за чью-то беспечность, чью-то, понятно, пустившую змея в наш дом. Набат для планеты такой беззащитный, то отрезвляющий звон. И если планета услышит тревогу, прозреют все люди Земли, в веках будут помнить жертвы Чернобыля и парней, что Землю спасли. Я посвятил лейтенанту Кибенку и Правику, которые погибли пожарники. Ну, отдал это творение в пожарное Черкасское училище, где они учились, полковнику из Черкас, он был со мной в Чернобыле. Говорю, на, и там публикуй хоть под своим именем, но я посвятил вашим выпускникам. Говорю, отдал, помню. А уже печатать при незалежній Україні, то я печатав в некоторых газетах, там он есть, даже тут на українську мову перевели, бо это ж на русском языке. Ну, уже как бы можно кое-что печатать и так далее. Так, я, ну, вроде все хотел аспекты Кантарии, Кожедова рассказал, это морское дело спасательное затронул, речное, вернее, остальные вопросы и Афганистан. Так, и, ну, если какие-то вопросы будут, значит, вы можете задать такие в вопросах районного масштаба, там просветился тоже, вот, в таком виде. Вот, так что запечатлим тебя для истории меня здесь. Под заголовку «Почесний гість Нових Санжарів». Ну, я сам собі придумав, подсказав, що хай буде так. Да? Ну, у мене все, як питань нема, перечитали все. Я ще тут три дні буду, індивідуально, хто желає подойти і знайти мене. Можна записуватися на прийом. 302 кімната. Вот, надо... Ну, це презентація моєго всього-всього діла. Можна в якийсь фуршеті. Ми вам бажаємо здоров'я, по-перше, щоб ви приїжджали до нас відпочивати, тільки відпочивати, ну і за дівчатами побігати, як дружина відпустити. Бо я знаю негласну історію, що ви дуже багато роботи переробили вдома, щоб сюди до нас попасти за один день. А, точно, а по агропрому одна капуста осталась на огороді для жінки, а все остальне було обрано. Пшениця посіяна 40 соток, значить, криша перекрита, криша покрашена серебрянкою, криша сарається. Ну, коротше, все підготовлено так, що вона хай не. Щоб відпустила. Вона, так. Да. А ще стоїть вопрос в Абхазію, як вона мене відпустить у грудні місяці. Це ж я сіномерення в Абхазію. Як то вже точно, вона вже починає, в Абхазію не поїдеш. Я говорю, що це я не поїду. У мене безплатний проїзд по СНГ, безплатний проїзд. Кажіть, хай пише список, що треба зробити. 21 пункт, ото виконаєте. Я говорю, безплатний проїзд. У мене російських рублів залишилась пачка, потім, значить, загранпаспорт у мене в березні місяці 17-го закінчується, а треба новий потім. Треба встигнути. Так треба, поки 17 березня загранпаспорт, треба з'їздити, бо вони з 2009 року Росія устроїла в Абхазію в'їзд по загранпаспорту. Раніше я їздив свободно з дітьми, з женою, з кумою. А, з кумою. Вибачте, Люба і Катя кума пристроїлась к ней, вони вдвоєм, так ми втроєм були. Ми нікому не скажемо, не переживайте. А я не оговорився, я з кумою їздив, так я ж жена була, 2007 год. Київ, Керч, на паром і пішли. 20 днів в Сухумі віддихали, це правда. Кума Каті Потову понравилось, і ще поїдем. Я так, тоді давай за мною поїдь, бо що ж ви, мене то, десь на море йди, Катя, йди на море, а мене з жінкою стало. То, ну, так же а не... так же ж нельзя, вони все время прилетли, а мені що. Спасибо. Осторожно. Вашої енергетики, мені здається, вистачило тут на всіх. І ви ще сьогодні на танцях покажете себе все одно.
Правильно? Ну, я 14-го плясав так. Ну, так. Да, вчора мені розказували, вчора дуже трошки молодець. Я, ну, не так. Я, чесно слово, якось удивлен, що наш персонал. Є ще ж доволі, ну, молодий є прослойка ж віддихаючих, і є такі середнього ж возрасту. От сеньори, які, вони ж, це ж самий смак, сеньори. От. Я ж говорю, треба ж якось на танці, а куди, що ж це ви таке? У мене стаття, я ще одної для проработки віддавав, а де ж вона зараз насчет цього діляться? Нема. Ні, ну, в індивідуальному порядку. Стаття... Я ж кажу записати. Я точно статтю хотів вже її взяти сюди. Це так, точно. Я вже не взяв. Давайте я потримаю квіти, а ви пошукаєте. Я в мене її не взяв. А хотів вже взяти. Чи я його ту зборочку приніс, де там у тій зборочці залишилось, де я ще додатково приніс. Але вони б розтасовували, вони б цю статтю замітили. Там, значить, вона відносно жінка така, да, класна, ну я якось індивідуально тобі. Дійсно, що в такому варіанті треба на танці нашим ходити, а то тут місцеві ходили ж на танці. Ходять місцеві, практикують. Так я як-то з ними взяв, вишивав там. Контакт. При формі, да. А, значить, а наших нікого нема, так це ж теж обідно вроді, треба своїм. Ну після такого запрошення, після сеньор, то і я прийшла. Своїм треба уділити внимання, значить, в першу чергу, так же? Так що сеньори і сеньоріни, кубіно, компаньєро, керідос, аміго. Я вас, я іспанську мову знаю, то я вас так поприветствував. Це не ругательство, а привіт. Аміго, аміго – це друг. Аміго, так. І венцеремос. Побєда буде за нами. Ну, венцеремос – це побєда. No. А патрія умерте – це родина чи смерть. Патрія, родина, смерть. Ну, а якщо так, то кінчаю я всі до виступи. Віва Україна! Ну, віва, віва Україна! Ну, то кричать «Слава Україні!» там, а у мене, з учетом, що я так сказати, посвятив Кубі много времени, вони мене почитають і приглашають ром під сигари, там де-то угощають на день праздника Кубинської революції. А їх на Кубі два, два праздника. 26 июля і 1 января є. Ну, Фіделя Кастро, 80 лет було, я його поздравив лично телеграмою Фіделя Кастро. Він, коли виступав і благодарив всіх руководителів государств, які його поздравили, він упомянув в кінці, говорить, і я отримав поздравлення від воїнів інтернаціонів, які допомагали Кубі. Ну, фамілію він не назвав, понятне діло, я не буду ж говорити, але, а може я і не один, який поздравив так в індивідуальному порядку. Наверное, не один був. Ну, я так, а вже діду 90 років. З 90 лет Фіделю Кастро, це ж було 80 лет, я поздравив. Правда, попытки ще раз побувати на Кубі, ну, понятне діло, за рахунок Куби. Вам зачем. Треба до 27 березня встигнути. Так, так діло в тому, що на Кубу, вони мені дають письмо, друга відповідь кубинська є, посольство, Гавана. Ну, уявляєте, я чорнобилець, ліквідатор пострадавший, і допомагав же Кубі. Так вони дякують мене там поздоровлення всяке, а варіант на Кубі побивати от, нельзя. Ви пишуть, ви не підпадаєте під категорію дітей, яких ми лікуємо, 30 тисяч вилікували вже. І, ну, я не підпадаю під ту категорію, правильно. Країна Куба, фінансові можливості обмежені, ну це строчка так, як вони пишуть, я дословно. Ну, але ми все будемо робити, щоб задовольнити вас, таке обіцянка. Приїжджайте в Сан-Жорж. Так я лучше в Сан-Жорж приїду. А ну, на Кубу, вони кажуть, що ж, можеш дорогу оплати сам, а там тебе приймуть гостинно Міністерство оборони чи там хто. А я так подумав, якщо я перелечу туди, від мене відмовляться всі, да, чи не знаю. Я, правда, ще минутку задвигав, то, що я говорив, підготовив, скільки металургическим техніками, кончает Лена Харченко с отличием. Ну, я пятерки девочкам не ставил ніколи по такому дисципліні, как я. Я пятерки не ставил, але є же красные дипломи. Так у мене совісті не хватить же красный диплом испортить. Так я пятерку ставлю девочке, Лена Харченко. Она без экзаменов поступает
Политехнический институт на металлургический факультет политехнического в Киеве. А там, значит, учится сын министра металлургии Кубы, Володя, Владимир Данилович, Володя Даниелевич, Мичель. Она с ним познакомилась и поженились, и она кубинка, министр Кубы, а я их учил, и того и Володю учил, я в политехническом читал тоже, я их поженил. Так они приезжают, меня всегда зовут преподаватели в Киеве. Они сначала на Кубе жили, потом родители, так Куба бедная, голодранная, как Украина была в свое время. Сейчас мы немножко ж поднимаемся, будем говорить. А было такой период страшенный, что не помните. Так батьки давай думать, что делать, детей Лене рожать надо. Она, давай сюда, в Украину. А тут вони в Украине, а тут еще хуже, чем на Кубе. Вони в тот момент появились, это помните? Так что делать дальше? Рассказывает Николай, подполковник, танкист Ленин батько. Так, он, давай думать тогда министр испаномовна країна Куба и Испания. Министр металлургии Испании помогает министру металлургии Кубы. Детей в Валенсию. Они металлурги на завод, все, значит, кончились, дипломы у них. Все есть. Теперь они из Валенсии прилетали, помню, до меня звали. Теперь они в Мадриде. Уже на жительство получили, живут в Мадриде, прилетают. Так у меня такая есть заслуга перед Кубой. А я до чего веду? Если я на Кубу попал бы, они говорят, ты же на Кубу попади, Елена приезжает. Там же наша, это, ну, министр металлургии, и теща, и свекруха. Хороший знакомый. Так вы же там останетесь, у них они вас примут, мы им сигнал дадим, что такого человека надо принять, и никаких вопросов. Вот, поэтому, что, о, да все, уже сколько времени, кто поглядит, а, 4, а мы уже целый часик, да? Ну, я вас запрошу в музей, в наш исторический дом. А, вот это же музейчик надо. Да.